Загадочный одновременно волнующий номер открывает выступление московских артистов. Небесная красавица Маргарита Чумахидзе заставила зрителей задержать дыхание и замереть от восторга. Под куполом цирка воздушная гимнастка исполнила номер с кордой валана. Как говорит сама, это очень древний снаряд и встречается редко. На нем сложно работать, без страховки не обойтись. Кордовалан, это веревка, она очень легкая. И даже раскачивать его, это уже определенная трудность. И нужно каждый трюк в исполнении отойти в определенные точки. Если чуть-чуть позже или раньше, то можно просто вылететь. Удивляли зрители эквилибристы. Они исполнили акробатические трюки на колесе смелости. Зрители заставили поволноваться. Артисты работали без страховки на экстремальной высоте. Также на Красноярской арене выступили жонглеры, дрессировщики со звездами цирка, обезьяны, попугаи. И, конечно же, клоуны, которые вызвали немало улыбок. Смеялся зал до слез. А вот самое вкусное артисты оставили напоследок – водное шоу и магия. Известная династия иллюзионистов Соколов поразила зрителей. Номер с парящей девушкой и смертельный трюк Гудини вызвали восхищение. Нашей династии в том году исполнилось 110 лет. И все трюки, которые вы видите, это трюки династийные, которые передал мой дедушка, мой папа. Вот. Я уже работаю больше 30 лет и передаю свое мастерство Алексею Соколу. Нету как такового волнения сильного, но тем не менее любой трюк, любой артист, который выходит в манеж, он волнуется так же, как и я. Каждый номер сопровождало световое шоу. На артистах были яркие костюмы, но самое волнительное и необычное для зрителей оказался фонтан, который бьет из сердца манежа под музыку. Это, наверное, самое невероятное в программе. Подо мной 50 тонн воды. По периметру более 1500 струй фонтана, которые бьют во время выступления прямо под купол. Диана Хатяшвили, Александр Ермошенко, Енисей. Новости.